нельзя ничего сделать, изменить сегодня нельзя. Можно одно – обхохотать это все. И я предложил на своем сайте поиграть в игру, чтобы начали прикалываться. И в первую очередь школьники начали сочинять вопросы для будущего ЕГЭ. Вы знаете что? Я получил такое количество писем, таких интересных. Некоторые из них я сейчас вам озвучу. Значит, что предлагают наши детишки? Сейчас. А для затравки я, во-первых, пример привел, что надо сочинять. Ну, например, кто виноват в срыве восстания Спартака? Сам Спартак, Динамо, ФИФА, УЕФА. Как настоящая фамилия Сталина, Джугашвили, Саакашвили, Чихаквили? Какого размера белье носил Пьер Безухов? L, XL, XXL. О чем рассказывает нам Максим Горький в своей пьесе «Бестселлере на дне»? О первых российских подводниках, о дайвинге украинских туристов в Египте, на дне вторая часть повести «Муму». С чьим черепом разговаривал Гамлет? Йорика, Рюрика, Юрика, Дурика, Жмурика. И я получил массу подобных примеров. Школьники просто, вот это мне нравится, отрываются, издеваясь над ЕГЭ. Но художественно издеваясь, имеют право. Вот некоторые присланные задачки для будущего ЕГЭ. Чиновники, записывайте, это я говорю для телезрителей, вам это пригодится. Иван Грозный – это царь, фильм, телесериал, учитель литературы. В произведении Островского «Гроза» Катерина бросилась с обрыва. Вниз головой, ласточкой, рыбкой. Это дети пишут. Кто использует термин «черная дыра»? Стоматологи, портные, астрономы, сантехники. Остроумное поколение растет. Что такое ПИ? Глушитель цензуры на телевидении. Начало слова пиво. А действительно, один из менеджеров, сегодня же все мечтают быть менеджером, мне сегодня учителя говорят, многие, вы не представляете, правильно на тесты отвечают только плоскомыслящие ученики. Те, кто мыслит многополярно, объемно, образно, не знаю, затрудняются найти ответ. Да, мы получили сегодня, благодаря вот этой системе новое образование, больше отличников, чем в советское время. Но они думают, что Татьяна заколебала Онегина смс-ками, и что Раскольников это скинхед. И один из таких... И мечтают стать менеджерами. Как правильно кто-то пошутил, манагерами их называют. Манагеры теперь. Это одно манагера спросили, сколько будет пи умножить на 2, он ответил пи-пи. Вот... Ну, в общем, он прав, что тут не поспоришь с этим. А в книжном магазине у меня работает знакомая на Тверской. Она еще в советское время работала продавцом, поэтому она интеллигентный, образованный человек. Она стареет не по дням и по часам, потому что она слышит, что вот эти продавцы, молодые консультанты отвечают интеллигентным покупателям. Пришла женщина, спросила у кассирши, покупательницы, где я могу найти Гелеровского, а та сказала, по-моему, он сейчас в отпуске. В букинистическом отделе еще одна интеллигентная покупательница обратилась, скажите, где я могу вот найти Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»? Почесав тыковку, манагер ответил путеводители в другом отделе. Но все рекорды побила девушка-консультант. Мой племянник пришел в магазин и спросил Библию у нее. Она такая, вот это надо показывать. Это она консультант. Ногти длиннее юбки. Она в книжном отделе консультант. Ноги от среднего уха. А юбка, трудно сказать, где кончается, потому что она даже не начиналась. Она в книжном магазине работает. И он спрашивает Библию. Она говорит, пойдемте на компьютере посмотрим. Положила вот эти ногти на компьютер. Это басня Крылова «Обезьянный компьютер». И говорит, а он Библию спросил, готова? Она спрашивает, как вы сказали, книга называется? Он говорит, Библия автора не подскажет.
Это нельзя изменить. Это можно обхохотать. Продолжаем. Опять вот эти сочинялки школьников сегодняшние. Я за это буду награждать. Какая карта погубила Германа? Дама пик, карта московского метрополитена, карта дорог России. Что привез кузнец Вакула своей любимой? Ответы. Черевички, кроссовки, тапочки, белые тапочки. Где сидел кузнечик из одноименной детской песни Носова? В траве, в засаде, в казино, в крестах. Кто подсказал королевичу Елисею место, где находится спящая красавица? Ветер, полярная звезда, навигатор GPS, Анатолий Вассерман. Как звали мужа Дездемоны? Отелло, Брателло, Азазелло, Офигело. Кто убил Цезаря? Брут, Брат, Буратино, Чиполлино, Чикатило. Кого подковал левша? Блоху, пшу, гниду, таракана. Назовите причину смерти Петра Первого. Убили, отравили, прибило мачтой. Гениальные дети. К какой субкультуре причислял себя Базаров? Пофигисты, скинхеды, эмо. Зачем Суворов перешел через Альпы? Решил наступать на Берлин с юга. Хотел принять участие в саммите в Давосе. Решил заглянуть в Куршавель. Детиски, да, развитые? Ой, я не могу. Как звать двуликого бога римского? Простите. Янис, Янус, Бонус, Анус. Что заложил ученый Вернадский? Основы экологии ученого Сидорова. Как на князя Андрея повлияла встреча с дубом? Получил сотрясение головного. Открыл закон всемирного тяготения. Осознал катастрофическое состояние дубов в России. Дубов, это, видимо, они имеют в виду Министерство образования. Почему Маяковский доставал паспорт из широких штанин? Вопрос, кстати, меня тоже с детства интересовал. Ответы. Маяковский был с детства развитый мальчик. В те времена паспорта были формата А4. Он носил тюнинговые штаны с низким профилем. О ком писал Булгаков в своем произведении «Роковые яйца»? О змеях, о феминистках, желающих отомстить мужчинам. О Фаберже, о плохих танцорах. До какой точки Днепра долетит редкая птица? До середины относительно течения, до середины относительно берегов. Над Днепром вообще не летают редкие птицы. Ой, какую поэму написал Маяковский в 14-15 годах? Облако в штанах, туча в шортах, хмара в шароварах. Какой туфлей стучал Хрущев по трибуне ООН? Левой, правой? Др. Когда появились первые украинцы? Во время большого взрыва? Во время большого сдвига? Ой, а сейчас, чтобы надо воздух в грудь набрать, чтобы вот это прочитать даже. После того, как Адама выгнали из рая за то, что он съел кусок сала. Ну это просто человек уже профессиональный юморист. Какой физический дефект был у генерала Кутузова? Ответы. У него был один глаз. Второй ответ. У него не было одного глаза. Что сделала золотая рыбка в сказке Пушкина, услышав последнее пожелание старухи? Купила особняк на Рублевке, пожаловалась на старика Рыбнадзору, дала старику адрес Раскольникова. Какой национальности был Ленин? Чуваш, еврей, юрист. Скажи-ка, дядя, ведь не даром продолжить отрывок из поэмы. Ты дышишь утром перегаром, ты едешь к туркам за товаром,
Ты вышел из кустов с радаром. Как называется экзамен? И этим надо завершать всю тему ЕГЭ, конечно. Как называется экзамен, который вы сейчас сдаете? ЕГЭ, ЭКГ, СНГ и просто Г.